Кредо мое, подари мне прям. Слушай, жалею, что часовое видео сделал. Надо было два по половине, что, скорее всего, сделаю сегодня, сейчас. Извините, что не получилось пройти игру. Просто весь день убираюсь, но горжусь собой впервые. Оттер сантехник, кучу всего сделал в Телеграме. Если что, ссылка в описании. Расскажу подробнее, что и сколько я наделал всего. Кстати, мы возвращаемся к дедушке. Но, как я понимаю, ну вот это наша цель, да? Поговорить с пенсионером. Теперь Тара покоится вместе с братом и сестрой. Думаю, порча в лесу тоже исчезла. Не, ну это добренько, а делать-то что будем? Я знаю, что для Бенни и Сая настало время уйти со своим братом, но без них лес будет уже не тот. Блин, мне очень нравится именно эта катсцена, именно вот с этим дедом, потому что так красиво здесь показывают девку. Мы выстраиваем связь с духами, которым мы помогаем, и это естественно. Мы отдаем частицу самих себя, когда не хватит маска. Это маска, как будто кошки на это лица. Но связь все еще остается. Путь проводника духов, путь одиночества. Если ты желаешь дойти до горного храма, тебе еще придется потрудить орлика. В нашей деревне жила удивительная женщина, искусный плотник, создал множество изумительных вещей. А, вот помните мосты разрушенные? Вот мы их сможем починить. Ну, я помню, по крайней мере, они там были. Вот мы их сможем наконец-то сделать, да. Поищи беспокойный дух в полях за амбаром. Зачем я сказал амбара? Маска Адиры. Помните, да, там еще были проходы с масками. Маска, маска. И вот нам нужно теперь вот эти масочные проходы. Кстати, поставьте палец вверх, кто не поставил, и подписывайтесь на канал. И видите, я стараюсь, если беремся за игру, проходить, тем более, что игра хорошая. Я очень хочу стримить, безумно. Но я просто понимаю, что не смогу спокойно стримить, пока не закончил все дела. Сегодня сделал больше половины, наверное. Остались всякие помелочи. Осталось одно дело такое опциональное. У меня на окнах плесень. Ну, то есть такая черная плесень, которая образуется, ну, от влажности, сырости и так далее. Она у многих есть, это такая распространенная проблема пластиковых окон. Ее можно удалять, но и я это буду делать первый раз в жизни. Мы с Лизой никогда это не удаляли. То есть Лиза никогда не удаляла, я тем более. Я хочу попробовать удалить эту плесень. Это опциональное дело, и оно может быть долгим. Еще помыть полы, это прям помыть. Я пропылесосил все тщательно, но помыть это прям тоже, ну, может быть долговато. Самое простое я сегодня еще довыполню. А так я все отмыл, и я в этом плане с собой очень доволен. Я просто впервые так все отмыл. Настолько тщательно, прям все. Ванна заняла часа 4, если честно. Там я просто все вот эти раковины, и кухня, и туалет, и ванная, и раковина в ванной. То есть заняло прям очень много времени именно это. Плюс оттирка, просто там реально приходилось стереть. Ну, ванна самая простая, ну, время. А самая большая, ну, самая простая. То есть там вообще делать ничего не надо. Просто помыл так, протер, тряпкой протер буквально ванную. Там тереть было даже нечего. Просто протер так, прошелся наскоро. И тряпку, ну, в душем сполоснул, пошел дальше. У меня столько ощущения, что... Я знал! Впервые этим занимаюсь. Слушай, вот нормальные ютуберы о чем думают? Блин, какая классная игра, как поиграть? Евген, так, нужно убраться, нужно помыть, нужно пропылесосить. Просто я хочу это сделать, чтобы быть свободным. У меня такое стойкое ощущение, что я это сделаю, и я стану свободным человеком. Кстати, тут дофига деревня огромная открылась нам. Мне так нравится эта игра. Слушай, завтра весь четверг буду играть, потому что осталось чуть-чуть. Вот все доделаю и буду... Ох ты, твою мать, какой ты здоровый бык! Вбей его! Ребят, давайте, охмутайте его. Ах ты, машешь руками. Сейчас, погоди, я не могу прицелиться. Кредо мое, отправь меня в полет. Опа! Не получилось, слушай, не могу от него уклониться. Тварь, давай, подчините его моей воле. Почему я это сказал? Слушай, вот с Велбери надо реально прям попадать в эти кристаллики дедово пенсионерные. Так, нужно быть... А, я понял, в чем прикол. Я не уходил с пути следования этой твари. И, кстати, их нельзя просто отправить, нужно именно прицелить. А, у него кресту... Ах ты, сучий потрох! У него кристаллик у дедушки образовался. А где, кстати? Я вижу, у него желтый, значит, кристалл у деда вырос где-то. А где, походу, на бороде у него кристалл? Да твою мать, издеваешься, что ли? Да ты, ну ты бык ебаный, иди сюда. Ребят, нужно еще. Не получается, тварь хочет... Ах ты, бумерангом меня. Капитан Бумеранг, получай по еблу. Ой, извините за мат, ребят, просто настроение что-то такое под вечер матерное. Злое.
Ребят, нужно починить этого засранца. А, постой, или отнести нужно куда-то? Знать бы куда. Какая милая игра, она на Зельду похожа. Я думали, просто так на превьюшках написал про Зельду. Нет, на самом деле нет. Я написал про Зельду очень целенаправленно, потому что я делал превьюшки и осознал, что, блин, это же Зельда. Это та самая Зельда, которую мы долго ждали. Кстати, Breath of the Wild 2 вроде должна когда-то выйти. Надо будет либо эмулятор, либо Nintendo Switch снова где-то... Снова своровать из DNS-а. Стащить. Мне думается, что тут нужно ударить. Нет? Ну ладно. Видимо, просто идти вперед нужно. Просто мы совушек нашли, но куда совушек ставить, пока непонятно. Тут тоже ничего не понятно. В целом, я испытываю чувство непонимания. Слушай, вода какая-то красная. Я вот это пить не стал. Мне кажется, лучше это... Ну да, мне кажется, оно отравлено. Я бы это пить не стал, да. Тут тоже не пройти. Ну вот ворота, наверное, к ним нужно. А там разберемся. Так, ну попробуем открыть. Ты смотри, открылись. Да. Все не так уж и плохо, а мы куда попадаем? А, ну получается по заданию. К бабушке Агате, или как ее там зовут. Просто мне кажется, Агата, знаете, такое классическое имя бабушки. Но лично у меня такие ассоциации, что типа вот Агата — это имя бабушки. Такой пенсионерки. А у вас какое имя для бабушек есть? Вот какое имя вот вы слышите и думаете, это бабушка? Мне кажется, это имя, которое как твою бабушку зовут. И у тебя сразу ассоциация, что ля, это имя бабушки. Так, ладно. Нет, смысла нет по ним стрелять, ну ладно. Тут пока... О, ребят, привет, золотистый. Ладно, пока что ничего не происходит. Пойдем вперед, потому что пока ничего не понятно. Я абсолютно, я ничего не понимаю. Я чувствую, вот бабка нас научит сейчас вот эти камни ворочать, и мы сможем отстроить тут все. То есть, по сути, мы идем изучать целую новую механику. Я думаю, будет тройка. Я думаю, будет вот бабка, и потом будет кто-то третий, и потом уже финал. Ну, типа, финал будет быстрый такой. Мы типа, со всеми навыками уже пройдем. И тут уже точно нет, как мне кажется. Тут точно дверь не откроется. И мы вот на финал придем уже со всеми, там, 10 тысячами навыками, которые мы выучили за наше путешествие. Не, ну что-то тут уже, слушай, тут что-то сложно уже. Евген уже тут не разбирается. В общем, не понимаю, что я мучился. По какой-то непонятной причине оно у меня заработало. Ну, то есть я просто использовал свою силу. Силу своей активации. О, ты кто? Это плотник? Что твоя бабка Агата молодая. Тебе придется больше силы, чтобы сдвинуть эту дверь. О, молодая бабка. Здесь очень давно не текла энергия. Земля начала исцеляться. Это твоя работа? Ну да, там мимо проходил, решил поисцелять. Меня зовут Кена. Я помогла Бенни и Сай освободить дух Таро. Я иду к плотнику помочь, ты ее знаешь? Да, знаю Адиру. Она была замечательным плотником. Ключевое слово было. Мы вместе с ней нашли способ собирать энергию, текущую из горного храма. О, в гранаты, класс. Мы сможем убивать врагов. Она верила, что мы можем овладеть всеми богатствами нашей земли. Но эта мечта рассеялась давным-давно. Мы встретились сейчас, но я уже вижу, что ты тесно связан с владением духов. В тебе та же энергия, что струится через эти корни. Наверное, именно поэтому тебя привлекло это место. Чё-то я надеюсь, что все записывается, потому что у меня что-то записью никак не стартовало. Может, Клаус залагал. Если сосредоточиться, сумеешь собрать эту энергию. Я все время люблю вот трогать бороду, не знаю, ребят, ничего с этим не могу поделать. Кого-то это напрягает, кстати.
Мне нормально, знаете. Мне нравится, когда человек в кадре активный что-то делает руками. Вебка для того и нужна, чтобы что-то делать. Вам сможет вновь напитать энергией все старые механизмы в округе. А это добренько. Нам нужно починить силовые механизмы, чтобы открыть проход. Погляди там наверху, может, удастся их запустить. Ну, так у меня есть сила? А, да, у нас есть сила. Овладей своей силой. То есть можно теперь швырять бомбы. Наконец, я же говорю, граната. Кстати, ну все-таки как классно прорисована вот эта девушка. То есть, вообще, как классно прорисована игра. Текстуры не мыльные. Просто я привык, что мыльные текстуры в играх — это норма. Эта игра доказывает, что нифига и подобного, и мыльные текстуры в играх — это не норма. И меня это радует. На самом деле, это очень приятно, что вот одна из немногих игр, где мыльные текстуры — это ненормально. Так, что-то явно идет не так. Ну, с задержкой. Посмотрим, может быть, так оно будет работать. О! Ну, нормально, с таймером. Не, not bad, not bad. Now you. Я думаю, надо залезть сюда. Что-то мне подсказывает, что вот он. Так, ладно, попробуем. О, слушай, не... А получилось ведь? Не, ну так-то получилось. Я немножко не так себе это представлял, не так ожидал это, но как бы оно получилось, да? Ребят, ура, может быть, мы свечку зажжем, но, к сожалению, это... Вообще, классно, знаете, какая была бы игра, как Амнезия, где можно просто ходить свечи зажигать. Я не знаю почему, но мне понравилось такое. Так, слушай, мы тут не были. Слушай, может, это есть проход туда, вперед? Какие-то механизмы. Я как будто в гномьей пещере, если честно. Так, ну, в любом случае, если есть враги... Знаете, есть правила в игре. Есть враги, пришли по адресу. Видите, кстати, без рейтрейсинга можно офигенную игру делать. Я считаю. Нас должны бояться все государства мира. Смотрите, какую армию мы собрали. Она сейчас смотрит с таким скучающим лицом, типа... Как будто это что-то такое. И ребята радуются. Ай, они теперь испугались. Ля, подземная тварь, монстр. Я не понял. Ты ему вообще что ли пиху? Я понял, он боится только бомб. Сейчас подождем, он немножко это, разогреется. Ловись. Давай, бимбо, он сейчас бимбо будет делать. Давай, давай. Вбей. А, ребят, вас двое. Ну так даже интереснее. Ловись, бимба. Ждем сейчас бимба взрыва. Жалко, бимбу нельзя быстро взрывать, чтобы типа сразу вот взял, да. А то тут приходится подождать понемножечку. Ай, а хотя нет, мы как раз попали в самое сердце. Кстати, интересно, можно их убивать еще на стадии сердца? Придавленные. У-у-у. Уже достижения тут? Я еще не сделал, а у меня уже награда. В жизни бы так. Два раза. Ах ты, сук. Нельзя сразу так, ну поняв. То есть только стрелы. Либо я как-то бил не очень, ну точно. Либо только стрелы. Одно из трех. Усюк, высунься. Иди сюда, сюк. Это все? Это не все? Ладно. Слушай, а может быть надо сюда? Не знаю, повлиял ли я на них. Автоприцеля у меня вроде нет, но тут, ну, ну, тут все, как бы все равно это удобно достаточно прицеливаться. Или есть. Я как-то не понял. Ну это уже и не важно. А, раз можно... Постой. Раз можно наверх, значит наверх мы и пойдем. Сундук, видимо, новая шляпа. Мы, знаете, в этих лавках давно... Нет, это не шляпа, это новый черт. Ладно, новый нетленник. Сейчас сяду поудобнее. Кстати, все-таки чуть спину не свело. У меня здесь такая проблема. Не могу в определенных позах стоять, потому что, ну, свешиваться там под кровать и залезать. Начинает сводить шею либо спину. Я знаю, кто скажет: все, Евген, ты старый. Я в 10 лет, значит, уже был старый. Ок, ясно. Ля, и залетели.
А, кстати, бомба хорошо, что никогда не кончается. Представьте быть замурованным в этой игре навсегда. Ну или типа навсегда. Ну вы понимаете, о чем я. Так, тут все плохо, но слушай, у меня идея. Нам же нужно наверх подняться. Легчайше, сейчас будет легче легкого. Взрывается бимба, и мы поднимаемся как на скоростном лифте. Так, видимо, это так не работает. Не, ну просто мне показалось логичным, что типа ты сразу за эти... Так, нет. Алло, я... Алло, слишком быстро. Я не успею! А-ха-ха, я успел, сука! Слушай, все получилось! Бум, у нас теперь есть форма жук. Сколько сундуков. Вот что мне, вот что дают за прозорливость и находчивость. Не знаю, к чему я тут это слово сказал, но захотелось. Слушай, это, видимо, отдельная скала. И, видимо, отдельно нужно с ней иметь дела. Так, я кидаю бимбу. Я про... Я не привык никак к этим бомбам. Для меня это странно. Тацу. Так, я никак не привык к этим бомбам. Но сейчас точно попаду. Так, цель, цель, цель. Ну, вроде должна, да. Да, получилось. Давай. А я успею? А я успел. А как... Ребят, быстрее! Ай, не успеваю! Я не успеваю, там цветок, наверное, должен быть. Ладно, я попробую. А, нет! Блин... Я не понял, что надо было делать, честно говоря. Своя правда, я просто не разобрался, я просто не понял. Ну, типа, что-то вот я вроде выстрелил, вроде сделал все правильно, но я абсолютно не понял, зачем я это делал. То есть я думал, там цветок появится, потому что для прыжка слишком далеко и высоко. А, что-то ничего не появилось. Так, ну а тут же ничего не поменялось, и что нам делать? Просто я не совсем понимаю, ну а... слушай, может быть, вот эта дверь как-то... Может, ее можно? О! Вот, значит, как оно работает. Погоди, сейчас. Вот так, бимба. Я очень надеюсь, что эта штука, ну, вечная, как минимум. Давай. О! Чё-то... Ты издеваешься. Слушай, наверное, типа вот сразу две надо, да? Ладно. На самом деле, что-то сложный челлендж, как по мне. Так, я рискну. Хотя, возможно, все придется делать заново. Нет, слушай, не пришлось, давай! Еле-еле, ненавижу платформеры. Из-за этого вот я ненавижу платформеры на таймерах, просто боль. Но, все было неплохо. В принципе, все получилось, я доволен. Просто терпеть не могу платформер. Очень многие любят платформеры. Мне кажется, знаете, почему в России любят платформеры? Потому что в России много мазохистов. Но это мое мнение, как бы это мое субъективное мнение, что у нас реально много людей, которые любят себя помучить. Хотя, это везде их много, на самом деле, но у меня иногда складывается такое впечатление, а я себя мучить не люблю. Я просто не понимаю, зачем. Типа, мне наоборот хочет, чтобы было миленько, приятненько, как бы мучить себя, никогда не понимал, для чего. О! Мишень? Что? Я просто не понял. Я не знаю, у меня под вечер, то ли это из-за того, что я спал 5 часов сегодня, то ли просто со мной что-то не так. Просто я сейчас вообще вот увидел эти мишени, я даже не понял, что с ними делать. Я успею, я попаду. Да, победа, мы получили. Я получил черта. Но он черный и странный, это черт. Так что все сходится. Так, ладно, что дальше? Пока что все идет неплохо, но что-то игра становится очень сложной. Ладно, я преувеличиваю, конечно, не очень сложная, но... Слушай, я начинаю чувствовать напряжение. Либо я под вечер поднапрягся. Ну, знаете, бывает такой вечерний напряг. Просто я думаю, что уже почти вечер, а я все-таки сделал не все, что хотел. Вот у вас бывает такое, что вот вы не все сделали, что хотели за день, и у вас потом напряг такой, что типа, блин, а я мог сделать больше. Или это только у меня такое? Просто я, так сказать, человек дела, который вот если не доделал или не сделал что-то, я пока... Я пытаюсь разобраться дальше куда. Потому что я немножко не понял. Так, ну вроде вот сюда пришли, а дальше? А, давайте спустимся, может быть... О! Так, здесь я не был. Здесь, наверное, что-то нужно сделать. Ну, допустим, вот. А что если я запрыгну? Все-таки я попробую, но мне кажется, мне пизды сейчас бомба даст. Как я угадал?
Может быть, нужно... Наверное, нужно так. А, понял. А, нет, они развалились. Просто я не разобрался, я не знаю, с первого раза... Что-то я, не знаю, под вечер немного не собран. Я с первого раза не понимаю, что от меня игра хочет. То есть мне нужно как-то один раз, ну, зафейлить, и потом я уже пойму, что... А, вот оно. Хотя у меня в жизни тоже так часто бывает, что мне нужно вначале, скажем так, ошибиться, и только потом я пойму, как правильно. Еще Томас Эдисон, который лампу изобрел, говорил. Ну, я знаю, что да, это Ильич изобрел лампу. Не тот самый Ильич, другой Ильич. Не тот из Little Big. Ну, в общем, Эдисон. Неважно, кто первый изобрел лампу. Главное, что был Ильич такой. И он говорил, что, он делал вот лампу первый раз. Типа он 1000 раз собрал ее неправильно. Его спросили, что он думает в интервью. По этому поводу он сказал, что ну, я 1000 раз понял, как сделать, неправильно. Или как он сказал? Не помню. А, его спросили, типа, что он думает про ошибку свою. Короче, слушай, сложно, не знаю. Мне нужно еще с этой стороны сделать. Ладно, попробуем. Давайте эти камни наверх запустим. Я еще не уверен, как это будет. Я пока не уверен, что из этого получится. Возможно, нам... Слушай, наверное, вот эти тоже надо запустить. Пожалуйста, не падай, не падай, не падай. Взорвись быстрее. А! Сюк. И сейчас эти камни, блин, упадут. И нужно будет ждать, когда они все свалятся. И потом нам их поднимать заново. С нуля. Ну я же говорил, вот сейчас с нуля придется все поднимать. Ну, все, так, поднимаем камни с нуля. Или может начать с этих камней, а? Но я, правда, не очень уверен, что они нам помогут забраться куда-либо. Слушайте, а давайте попробуем. Я не уверен, это сюжетные камни или это доп какой-то. Что-то дышать стало тяжело под вечер. Куда ты скользишь? Я, опять же, я не уверен, куда мы идем, потому что платформеры, у меня проблемы с ними. Так, а куда? Не, здесь вообще ничего не понял. Давайте вернемся к тем камням. А! Ладно. А может сразу метнуть дальше? Ну вообще, не, порядок-то правильный. Просто нужно сразу бомбы метнуть, чтобы... Так, а, мы туда вообще метнули? Слушай, камень-то уже вот этот левитирует. Я не знаю, ну... Сука! Как меня заебало! Ненавижу, я терпеть не могу из-за вот этой фигни. Я терпеть не могу платформеры. Потому что вот все время с ними такая возня. Потому что вот прыгать по камням, блин. Так, подойдем вплотную. Ну теперь-то точно попаду. Ненавижу платформеры. Не понимаю людей, которые вот любят эти прыжки по препятствиям. Лучше в Dark Souls поиграть. Ну наконец-то. Вот зачем это придумать, если можно было уже просто устроить, не знаю. Просто прыжки, без таймеров и камней. Это было бы, может быть, скучнее, но проще. О, привет. У нас сейчас обед. Да, и эта серия не на час, как вы уже поняли. Хотел сегодня 3 серии, хотел вообще игру пройти, но вот не получилось. Домашние дела засосали. Какая-то бытовуха засосала. Но просто я хочу все закончить. О, вот это мне надо, деду, почта духов, это хорошо. Хочу все закончить, как я говорил. Видимо, мне еще день потребуется. И чтобы уже быть полностью свободным человеком. Просто нет ничего приятнее, чем, знаете, свобода. Когда понимаешь, что вот ты полностью свободен, все и все. Что уже как бы уже все. А уже все, 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 все. А будем говорить о том, о сём. Что же там стучит такое? Все время как стучит, просто у меня наушники такие, которые в них звуки многие звучат очень реалистично. Я из-за этого часто такой, блин, это мне стучат или что? Учитывая, что я один дома. Как бы некому проверить. Вообще, из-за этого я часто не сижу на макс громкости, потому что у меня как проклятие, знаете, такой закон подлости. Только сяду на макс громкости, сразу вот обязательно то курьер, то кто-то постучится, то, блин, кому-то что-то надо. Поэтому никогда не сижу на макс громкости. Да.
Так, ну вот опять эти платформеры ненавистные. Опять, блин, прыгнул на миллиметр там в сторону от камня. Все, я люблю платформеры, где цепляться можно, как тут за обычные скалы. А когда нужно вот так вот идеально прыгнуть, для меня это всегда боль. А с детства просто терпеть их не мог. Кто-то просто может подумать, что я в детстве не играл в платформеры или в Дэнди Сегу. И правда, я в них не играл, у меня их не было. Но я всегда их терпеть не мог. Помню, в детстве, я прошел только Крок Легенда Гобосов. Это игра 98-го года. Просто я ее увидел, ну, в киоске с играми. В каком-то небольшом. У нас был, как бы, видеосалон, там продавались игры. Был еще киоск, специализированный по играм. И там была эта игра, я ее купил. Потому что она мне показалась, ну, мне было 10 лет, как бы. Я купил мультяшную игру с крокодильчиком. Сука, бомба не там взорвалась. Господи, меня убьет этот платформщина. Ну вот сейчас-то ты взорвешься правильно. А, хотя уже не важно. Типа Евген. Евген, который был позитивный минуту назад. Евген столкнулся с платформерами. Боль. Просто я считаю, что платформер это реально для мазохистов. Людей, которые любят себя мучить. Типа, ну нормальный человек не будет играть в платформер. Только если его заставят. Хотя, опять же, я говорил, мазохистов очень много. Вот так, готово. Спустись туда и попробуй открыть дверь. И на этом мы, наверное, закончим сейчас на открытии дверей. Чтобы я сегодня лег спать не так поздно, потому что уже поздно, уже пол 11. А я хотел еще заняться, еще ремонт провести дома небольшой. Чего ж ты ждешь? А, чего я жду? А, в принципе, уже ничего. Чего я жду? Да, в принципе, уже все. Что это, Адира? Что ты надела? А что ты ожидала? Я дверь хотела открыть. И она ушла. И что, а что не так-то? Ведь все горит. А что там за горящий мир, вы узнаете, Орл, в следующей серии. Я, пожалуй, сохранюсь и увидимся мы с вами уже в следующей серии, которая будет, ну, классная, наверное. И всем пока, ребят, до завтра. Уже, к сожалению, ну, завтра полностью пройдем. Точно, 100% завтра до финала. Просто сегодня домашние дела засосали. Но зато потом они будут закончены, ничего не будет мешать. И это же хорошо, правильно, правильно. Ну, в общем, вот и все. Орл, всем пока и до следующей серии.